Лен, кстати, ты скорее в тот раз 6 поставил. Честно, я не помню. Я помню, что я любила этот танец. Было много красивых каких-то элементов. Это очень серьезный, сложный танец. Ругаю себя за волнительность. Не понимаю пока, как справиться. Здесь очень важно так волноваться, чтобы это не мешало. Танцу очень нужны сильные ноги. А когда волнуешься, ноги начинают вибрировать. Ну, я все время волнуюсь, мне кажется. Мне не удается как-то очерстветь. Я так сказал, как будто, знаешь, ты волнуешься, а все остальные не волнуются, что у них будет в субботу, знаешь? Да я ничего такого не говорю про остальных, про себя. Трех полуфиналистов. Елена Подкаминская и Андрей Карпов. Румба в исполнении пары 9. Лена,